Так, ребята, всем привет! Сегодня записываем ролик о том, как скачать видео с YouTube. Вот, с вами, кстати, Дмитрий Кухтенков на связи. Вот, самый простой вариант, который есть в интернете для скачивания с YouTube, ну и также для других, с других сервисов, там, ВКонтакте. Вот они, в принципе, да, сервисы, которые поддерживают данный сайт, то есть YouTube, SafeLoad, Яндекс, НТВ, так и многие другие, да. Кстати, все эти сервисы нужно нам тоже использовать для раскрутки своих видео, то есть записывать видео на различные темы, да, видео подкасты, вот которые, к примеру, я сейчас, да, записываю, интервью со своими партнерами, какие-то обучающие видеоролики и так далее. Вот все вот эти ресурсы. Здесь их более, по-моему, 20-30. Вот их все надо использовать, потому что многие пользуются разными сервисами в интернете для просмотра видео, да. Соответственно, если они будут просматривать, ну, искать какую-то информацию и находить наши видео, то это, соответственно, будет продвигать наши личные бренды, вот, также раскручивать блоги, сайты и так далее. Вот, итак, что нужно, да? Первый способ — это просто нужно сюда вставить ссылку с YouTube. К примеру, да, сейчас мы найдем какое-нибудь видео. Вот, к примеру, Николай Лобанов. Так, копируем из строки браузера адрес этой ссылочки и вставляем вот в эту строку. Дальше нажимаем скачивать. Скачать. Он нам предлагает варианты, да, то есть MP4 360. Вот, также еще можно, да, скачать в других форматах, то есть нажать на кнопочку еще, и он предлагает другие форматы. Я, как правило, скачиваю в MP4. Вот, самый такой распространенный формат. Ну и, соответственно, вот нажимаем на MP4 360. Это разрешение. Вот, пошло скачивание. Также есть другой способ. Это вот. Второй способ — установить Save from Net помощник, да? Вот, нажимаем добавить в Chrome. Добавить в Chrome. Вот, по идее, он должен у вас скачаться. Сейчас попробуем. Так. А, вот. Все, он пошел скачиваться. Вот, расширение темы могут причинить вред вашему компьютеру. Продолжить. Далее. Нажимаем далее. И, соответственно, он устанавливается уже в наш Google Chrome. Вот, а дальше у вас будет, когда вы будете заходить в ВКонтакте или в YouTube, видео просматривать, да, у вас будет, к примеру, вот, сейчас нажму на видео, да, у вас будет возникать вот такая кнопочка появляться. Вот, соответственно, нажимаем на нее «Скачать». Вот, он предлагает варианты. Нажимаем любой вариант, MP4 360. И все, пошло скачивание. Ну, в принципе, я думаю, на этом все. Вот, с вами был Дмитрий Кухтенков. Все, до связи. Пока-пока.